Посольство Кыргызской Республики в Российской Федерации продолжает работу по уточнению информации о гражданах Кыргызской Республики, возможно, пострадавших в ходе трагических событий, произошедших 22 марта 2024 года в Крокус-Сити-Холл. По итогам проделанной работы информация о двух гражданах Кыргызской Республики, находящихся в предварительном списке пострадавших, не подтвердилась. Посольство Кыргызской Республики продолжает отслеживать ситуацию. Вместе с тем, в Котском отделе для оперативного реагирования на обращения соотечественников в случаях возникновения у них вопросов функционируют телефоны горячей линии.